предлагаю приготовить чили нон карне, вегетарианскую версию знаменитого мексиканского блюда, да не простую, а с шоколадом. Подробнее, как приготовить чили с шоколадом, я расскажу ниже. Шоколад должен быть горьким, не ниже 70%. Количество перца чили выбирайте на свой вкус, если любите острое, выбирайте красный перец, если нет, лучше взять зеленый, вместо томатного соуса можно взять банку протертых томатов. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте все ингредиенты. Разогрейте сковороду на среднем огне. Нарежьте лук и перец чили на мелкие кубики, обжарьте в небольшом количестве масла до мягкости. Добавьте нарезанные кубиками томаты и болгарский перец, обжарьте их 3-4 минуты. Следом добавьте чечевицу и консервированную фасоль, потушите все вместе пару минут. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Добавьте томатный соус, затем залейте водой так, чтобы она покрывала всю смесь на 0,5 сантиметра. Посолите и поперчите, накройте крышкой и тушите до испарения жидкости. За 5 минут до готовности добавьте мелко порубленный шоколад, дождитесь, когда он полностью растает. В конце добавьте крупно порубленную петрушку, потушите все вместе 30 секунд и снимите с плиты. Блюдо готово, приятного аппетита! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Теперь о составе нашего блюда. Лук репчатый 1-2 штук, болгарский перец 1-2 штук, томаты 3 штуки, томатный соус 400 мл, фасоль 1 банка, консервированная, чечевица зеленая 300 банок, вареная, перец чили по вкусу, соль по вкусу, черный перец по вкусу, шоколад горький 40-60 грамм, петрушка четверть пучка, количество порций 2-4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Удачи!